Кто там? О, ревизия. Только я заехал, и уже сразу ревизия. Ну, заходите, смотрите, какой нам в этом году достался номер в отеле Hilton Sharks Bay Resort. Вот такой шкаф с сейфом. Сейф бесплатный. Все работает, уже проверил. Так, тут все не новое, конечно, но есть вешалки. Все сделано аккуратно, все работает. Здесь тоже шкаф, вешалки. Давайте сразу в ванную, пожалуйста. Кабинка с двумя лейками. Вот это интересно, наверное, будет хорошо здесь принимать душ. Стеклянные двери. Ванны нету. Все компактное, все небольшое, но все чистое, аккуратное. Вот есть фен. Фена, кстати, не было, попросили, сразу принесли. Там полотенца, наборы косметики, там шампуни, все такое. Везде на полу плитка. Здесь большое зеркало, полный рост. Заходите в номер. Здесь сразу у нас климат-контроль, можно регулировать кондиционер. Кровать большая и двойная. Нам наконец-то попалась цельная кровать, а то всегда приходилось нам сдвигать. Тумбочки, торшеры, все видите, очень даже неплохо сделано. Тут такой столик для отдыха, тумбочка, холодильник. В холодильнике была только вода, уже пьем. Телевизор большой, вот есть русский канал музыкальный. Ну, здесь, здесь вот важно. Здесь есть чашки, кофе, нескафе, чай, сахар, чайник. Это тоже хорошо. Так, и здесь просто шуфлянки. Все здесь на полу вот так же сама плитка. И самое интересное, идемте посмотрите, какой вид из окна. Вот у нас здесь бассейн, море на просторе. Немножко колеса слева. Мы угловые. Мы как бы последний номер или первый номер в начале здания. Поэтому у нас такой панорамный вид. Видно, здесь у нас пустыня, соседний отель, дорога, по которой ездят машинки. Ну, в общем, вид очень обширный. Интересный и занимательный. Вид, я считаю, очень классный. Хоть номер и угловой, и немножко портит вот это строительство слева, но море просто очень близко и в широком диапазоне видимости. Номером мы довольны, сейчас будем распаковываться и пойдем на пляж. Кстати, пока ждали номер, ждали мы где-то, наверное, часа полтора. Сходили уже, попробовали, вода теплая, погода жаркая, так что все хорошо. Так, для справки, сегодня 28 ноября 2018 года. Все, дальше будут еще видео. Пока. Так, вот обзор еще одного номера отеля Hilton. 1101. Заходим, смотрим. Номер угловой, так же, как и у нас. То есть, вот тоже умывальник. Сзади унитаз. Ведро, бумага, телефон. И здесь душевая кабина с двумя лейками. Переключается, все работает. Можно разными режимами. Большое зеркало. В общем, все нормально. Здесь точно так же шкаф-сейф, шкаф-вещи, шкаф-вещи. Телевизор плоский, LG, двойная кровать. Да, ну вот видите, какой номер. Номер абсолютно такой же самый, как и у нас. И, возможно, потому что угловой, а возможно, они вообще типичные. Просто здесь меньше балкон. Вот видите, какие балконы. Без столика. Можно помещать только два кресла. И вид. То есть наш корпус вот там, за этим вот. С той стороны, это другая часть. И здесь вид тоже на бассейн. Вот такие горки. Здесь тоже приятный вид, смотреть сзади, вон там вдалеке море, это дорога, и там уже отель Concord соседний. Вот такой обзор номера 1101.